Блин. Че, монету уже не принимаем? Или это уже не деньги? Не хрен айфон в кредит брать, если монеты не зарабатываешь. А я все думаю, с кем, блядь, посоветоваться? Разменяйте, пожалуйста. У меня здесь клиентские базы, мобильный банк. Хуянг. Злая ты баба, Лен. Мужика тебе надо. Точно. А я вот сижу и думаю, чего мне не хватает? Мужика. Я шину проколола. А, исправим. Стас? А? Ничего себе! Не узнаешь меня? Третья парта у окна. Ну, Бойцова дай списать. Не помнишь? Всего на месяц приехала. Обычно просто в Нью-Йорке живу, там у меня бизнес, галерея. По Питеру очень, конечно, скучаю. Это понятно. Мосты. Да. Слушай, а ты сейчас не очень занят? Изнывало мое тело, только не решалось. Я давно уже хотела маленькую шалость. Ты просто космос, Стас, ты просто космос. Впадаю я в экстаз. Ты просто космос, Стас, ты просто космос, Стас, ты просто космос. Впадаю я в экстаз. Ты просто космос, Стас, Стас. Крема. Может, ко мне, а? Я как же ты придумала, блядь. Все мужчины, они на себя зациклены, либо... Прости, пожалуйста, педераста. А, я, в общем-то, догадывался. Ты знаешь, у каждого свой путь. Стас в костюме классика. Стас,
точно не ёбнет. Чего? Не должен. Это наш русский балет. Чего, простите? Знаешь, о чем я думаю? Мы с тобой две пылинки в огромном облаке космической были. Ведь мы бы сами так с собой не соединились. Никак. Господь нас соединил, понимаешь? Да. Я тоже думаю, что Господь. Только... Я ведь... Я не Стас. А кто? Виталик. Мариш, 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 послушай. Руки! Ну погоди, ну давай поговорим. Ну, выход там. Тебе что, не понравилось? Послушай меня, ну дай я договорю. Сейчас буду кричать. Пиндоска, да тебя в Америке только услышат. Можешь негр позвать? А? У тебя был шанс один, я, ты его просрала. Ты что думаешь, ли, у меня таких принцесс нет? Я, сука, люблю тебя. На улице нет ее. Бесконечно его слушать, он вселенная. Чувствую родную душу, таю, как лед, таю я. Ты просто космос, Стас, ты просто космос. Падаю я в экстаз, ты просто космос, Стас, ты просто космос, Стас, ты просто космос. Падаю я в экстаз, ты просто космос, Стас. Я вообще читал, что корм там не главное. Главное внимание. Я сварил гречку, вот варю с творожком. Индейку-то добавил на бренда ячейка. Не знаешь меня? Нет, простите. Четвертая парта у окна. Бойцов, дай списать. Я Стас. Стас Говядко. Ну и сдохнет тебя через 5 лет. Так, Безухов. Виталий Сергеевич. Так точно. Проблемки у вас? Что за проблемы? Сейчас, подождите. Вот это космический случай. Я в шоке. Да, ты красавица. Спасибо. Полезное, одно железо. Так, у вас там все нормально? А что, торопитесь куда-то? Вообще-то да. А ты как, куда? Я домой в Нью-Йорк лечу. Ух ты. Живу там, да. Долги у вас, Виталий Сергеевич? Какие долги, вы чего? Такие. А я в командировку в Цюрих. По кредитам 20 тысяч. Слушай, давай понесу. Да, спасибо. А вы у нас, значит, в Америку собрались. Марина! Так, или ты меня пропускаешь, или я тебя сейчас въебу. Еще раз повторите. Чего? Того. Вообще кабанели с этими кредитами. Нормальному человеку за границу не выехать. Как ты бы ей позвонил? Да я что-то телефон не взял. Да она сама позвонит через пару дней. Ну, может, и позвонит. Позвонит. С
Слушайте, так напиться хочется. Мне тоже.